Приветствую вас. Я думаю, что несколько неэтично отвечать про человека, который не является непосредственно участником разговора. Мне кажется, что несколько неэтично обсуждать третьих лиц в данном случае. Вот, поэтому я спрошу вас сначала о том, кто вы этому человеку, почему вас это волнует и как бы с чем связан ваш вопрос. Это первое. Второе. Жизнь способна изменить такую модель поведения, но я бы не встал на это прямо, знаете, вот как-то серьезно рассчитывать, потому что это возможно только если человек ну, достаточно яркие, достаточно сильные эмоции переживет. То есть если будет достаточно яркий опыт. Вот. В остальном случае, в остальных случаях жизнь, как правило, не способна поменять взгляд человека на ну, на его поведение и так далее. Вот, связано это с тем, что вы описали. То есть, ну, то есть некая защита такая получается у человека. Вот. Здесь важно, чтобы человек сам увидел в этом проблему. Здесь важно, чтобы человек сам захотел ее решать. Вот. И, соответственно, по-другому никак невозможно эту проблему решить. Другое дело, что, например, в ваших силах показать, что это проблема, и чтобы он как можно быстрее начал с ней работать. Что касается вранья, то ваше объяснение может быть и верное, но поверьте, существует и масса других, вот, и то, что вы объяснили себе, почему человек врет, но на самом деле никакого практического значения не имеет. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.